Куда зайти? Может, карась зайти еще. По У него паладинчика танки и вообще что? можно пропустить туда? Здорово всем. Танка. Еще раз. А, ну вот, пускай тогда, слышишь, вместо Синкея будет. А, меня как раз кикнули, все, заебись. Давайте, парни, удачи. Так, а что, меня закинут? Ока. Так, ну, плечики поставьте, мне Орел перешел, все, сейчас плечики буду ставить. Влад, я нужен тебе, нет? Да. Нужен. Обязательно. Нужны все. Ребят, как думаете, купить сейчас второй кусок Т9 или поднакопить и купить Т9-2 уже? Дон. Конечно. Дон. Погоди, с этого бонус уже активирован? Дон. У меня нет. То есть у меня один. Что такое? Что да. такое? Что у меня такое? У меня был приор, как у Нарзика. Выше чуть-чуть, чем у Нарзика. Ну, если тебе второй нужен, то покупай. Ну, слушай, он там только правосудие продлевает на 10 секунд. Так-то, в принципе, нормально. А вон еще лок плюсует, который с нами был в льде. Ну, сейчас ставлю так-то. Суманите порошочка, пожалуйста. И ВК только что у нас будет в понедельник. А что за паладин у нас тут это? Это я, это карась, это карась. Карась. А почему ты на паладине? А потому что я не был, мне сказали. Я ж спрашиваю, ну, типа, если есть место, я пойду вот паладинчиком. Я не был тогда, это, ну, надо. Не-не-не, да. Так, сейчас подожди. Так, что у нас есть еще. Если надо, донт меня на замену отправь. Да слушайте, если надо, я сам на замену, блин, пойду. Все на замену ходите, а мне никакой замены тут. ТРЛ, у тебя рост замена. Так, ладно, веревка, ты был с нами. Волк, который был с нами. Тебе ничего не надо, так что ладно. В смысле, мне надо, мне с этого, с... Как его? С Ториума токен. 226 на Т8. Фармить. Т8, серьезно. Ну так, блин, надо ж прокачаться хоть как-то. Да я хожу в РБКшном. Да плюс триньки с Йоксарона. Что говорит? Связаться может. Чувак, вот. А кого там суммонить? У нас 4 хила, давайте вы в 4 хила это все прохилите. А я хоть подамажу, хоть полезным побуду. Так, мы же в обычку идем. Здесь-то? Ну, ладно, давайте в обычку. Действительно. Чего вот за проморочить? Шаманизм на тебе, лидера. Дадите. Сейчас я на ханта прыгну просто. Ладно, что такое? Откуда? А кто такой Лаури Анг? Лок вчера был. А, так ну вот его ж нужно взять, наверное. Так, ну я КД полтал, можно мне ИП, я на замену. Все, пока. Сейчас одного босса убьем и обратно вернем тебя. Окей. Давай вот так сделаю. А суманите меня, пожалуйста, и сейчас еще скажу. Я возле Ульды буду. Меня и Ози суманите. Бутер и Ози. А вы так не тыкните, да, ножка? Подъебал. Чай, пацаны, давайте, тыкайте, ребят. Не агрозак получил за ним. Не получается, да? Еще один пот. Че, рыбу поел нормально. День прошел не зря, да? Че, в салу тогда? Так, да, ты в салу. Вы смотрите, ребята, я не в рейде, и меня не кикает. Нормально? Дайте, да, я половинку епошки дам, кто пришел новый. Дайте этот портал, пожалуйста. Засумайте Расмус, если есть возможность. Дайте кубову пати. О, все, не, раз сработало. Все нормально, ребят. Дайте суммон по-братски. Хочу дамажить.
И лока мне дайте, пожалуйста. Дамажить хочу. Конечно, если как бы дроп выше, ну это в хэмах, надо хэмы сделать. Что нам ебаться просто так? Хэмом там метки только 15 минут расставляются. Не, ну это можно в нормальный, да, хорошо, как я не понял. Одного можно ли, а Везекса там... Да, да, давай так, да. Ну так, сейчас парень в танке у нас. На рыбку кто не поел, поешьте. Остальных досумоним, давайте. Нарзик, Ози. Нарзик до сих пор ФК, он еще не пришел. Кубок, давай к нам. А нет, Нарзик тут. Подошел. Я его только кикнул, он у меня появился. А нет, подожди, его угол Аникси. Это, он там в ФК стоит. Это баг, наверное. Он начал, уже уни прошел. Ну да, 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 это, видимо, забагалось, когда я его кикнул. Что-то связано. Кубоп, давай, возвращайся к нам. Мы по тебе соскучились уже. Мы хотим с демоном. Эй, Кубоп пошел ФКшить. Понятно, понятно все. Кто может прямо сейчас сделать два камушка мне? Какие? На интеллект бакашные. Кто там у нас был? Карас. Я могу тебя выучить, если ты меня это присумонишь. Да не, он там уже приз сделает. Короче, ладно, давайте так пойдем, да и все, обычка же всего лишь. А Исполин, танчишь, идешь в туннели, с тобой в туннель идут все РДДшники, все миличники остаются здесь. О, паладина, присуманьте. О, волосы так раз? Да, это он самый. Будем знать. Все. А ты еще и в протике, ну, отлично. Не, я все, могу в ретрика пойти, если надо. Да, все, в протике оставайся. Будешь, ой, короче, танчить. Такой... Вот здесь на арене будешь танчить. Угу. Исполин в танк идет в туннель. С ним идет первая, вторая пати, за исключением. Ой. На арене остается первая, вторая пати, за исключением Айнена. Все остальные в туннель. Ну и, понятное дело, попал протопаладин, тут тоже остается. Угу. Давайте рчек, да пойдем аж. Только женщину там не спульте в конце, случайно. Там ждать придется, да, потом? Все, все, все да, готовы. Да. А кто так хорошо ли это, бро? Донт, я тут, да, стою, слышу? Я по голосу еще не понял. Хэпал. А, ой, хэпал, ты с нами, Угу. Вообще, давай, побежали. Комната налево. Влево ушли. Влево ушли. Вправо ушли, вправо. По правой стороне прибегаем. Уничтожить!
А кто бомжарскую каску бахнул? Понимаю. Я тут зря старался, получается, с касками, блин. А ты не старался, без каски оставил? Кого это я без каски оставил? Я забыл про тебя опять, прости меня, пожалуйста. Это не с пульта, только женщина. Да-да-да, все спускаетесь, прыгаете вниз, я не пульт, я тут сам с пулю. Мне как раз есть пета риснуть время тут. Так, а я Оволос куда встаю? Куда, а, это обычка. Куда бог пошел? Да, это обычка. Желтая метка? Ну, типа того. Праведное неистовство, только выключи себе. Серьезно? Окей. Естественно, чтобы, не дай бог, ты босса не переагрил. Это непривычно тут целую минуту стоять сверху. Мы способны на большее, блядь. Бля, кто-то смотрел нового 007 агента? Не смотрю, 5 фильмов. Ничего, фигня. Как мы со второго, третьего было понятно. С пулю. Я сокрушу вас всех! Сейчас один, никого нету, там все стоят в одной точке перед ним. Эпоха символизма, веревка убила цепь. Ду, отправи, встань. Кохот зачетный, я ебу. Или это запись была? Нет. Карась был. В смысле это карась был? А, блядь, бери фото. И мы так поржал от души просто. Ну плак, какая-то запись в интернете, не такой же хохот. А линканите по боссу, пожалуйста, домой. Она погибла от руки моего брата. И в самом деле дурной сон. Че он за хуйня вышел? Хороший дамаг. Если потребуется, две короны. Я встану на вашу сторону. И дело связан вам куда большим. Удачи. О, я... А, нет. Не, Кубок, ну холл дали 1200, а холл 1500. Не, новые 1200 фул. А, уже поменяли, да? Понял, принял. Был неправ. Если б я у льду водил, там было бы 5000. Все, короче, просто спеху. Все бы ходили, блядь. Запускаю Тарима, да? Без него мы хуй убьем. Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников мощью грома! У кого дублируется это вся хуйня? Ебать. Это же это Шеха. А что вы побежали мобов бить? Блядь. Вы, блядь.
пиздец. Ну танка надо, типа спасать. Всё, это карась косяк твой. Кого карась? Как прибежал, тут уже валяется половина. Спасайте, спасайте, ну хули падать на этой хуйне. Где там Спалин? Я на другой стороне вообще, чё вы там вообще забыли? Не, ну ведите моба туда, к нему. Я хуй знает, что они туда пошли. Второго веди, веди к нему. Не, Войт, пошли отсюда. Куда? А я и так ухожу. Тут моб бежит за Овлусом. Овлусом. За карасем, короче. Ну да. Понятно. Понятно, что он так ржал, блядь. Как конь, блядь. Он подразумевал, что он сейчас на муте, блядь, подстава. Да там пет чей-то еще побежал, пол рейда, блядь. И главное, с двух сторон побежали на этих мобов, которые на Нейроне, блядь. Что странно, кстати. Еще двое. Спалин. О, нормально. Поверхилим Спалина. Да? Вон сзади еще четвертый идет. Пятый моб. Он сферу заспавнил. Припатывай питомца, блядь. А, ты в танке, да? Я, ну, да, я в танке. Похильте. Все, пизда, пришла, блядь. Сука. Тот нас сзади топает. Не хилит никто, нихуя, скажи. Пиздец, блядь. А что, вы слабые, что ли? Вас хилить надо? Ну он же там в зеленом шмоте, блядь. Он поднялся как-нибудь. Тебе три хилы подходят, хилить и умирают. Хули присты, смотри, блядь, под боссами стоят. Накручивают хп. Ну, потому что типа, тут нереально же, да, это прохиливать. Ну, если не под боссом стоять, то не шоке. Конечно, конечно. Но просто проблема в том, что... Хорош. Не под боссом стоять. Хребатый стоит внизу на ступеньках, в этом проблема. Ты типа не можешь хилить его и стоять не под боссом. Да, поэтому единственный вариант — это либо отвести дальше и хилам стоять на ступеньках в большом РНЖ. Но, наверное, это будет в другой раз. О! Теперь никто не сдохнет. А, но пока еще никто и не выжил. Правда, я пока не умираю еще. Надо СС на Исполину, ну, то есть, всякий случай, блядь. Идеально, блимер там, блядь. Блять. Бой непростой, долгий, впереди много еще. И главное, они равномерно разливаются, интересно. Финальный аккорд. Вся хуйня. Веревка хапал, вы где? Хапал бежит. Веревка тоже бежит. Веревка вокруг шеи. Рофл был, когда веревку цепной убила. Ой, мне нравится белый вот анимай. Хоть Холи Приз наконец-то, это нормальный, а не через обновление. А он через что хилит? Да тоже, наверное, через обновление. Ну просто там не такой-то, ну, кривой бьют. Ну-ка давай чекнем. Ну, круг исцеления пока что, тут хилить не надо. Дальности нету, но это, наверное, нормально.
колодца нету. Молитва восстановления, ну, молитва обновления круг. Ну да. Обычная стандартная ротация. Чисто ходками, да? Ну вот у него это ну, да. прозорливость. Мгновенками. Он получается, ну, на просадках тяжеловато будет одним кругом. Что сейчас прозорливость. Холи Прист это этот эрдру на минималках сейчас? Угу, да. А с прозорливостью Холи Прист нормально становится. Там за связующие два стака берешь и начинаешь. Я просто Холи Пристом последний раз играл 5 лет назад на Дыркуле, поэтому... Да, сейчас статов мало. Ну, типа, вот с БКшными, с Сокетами еще может быть, но... Холи Прист очень... Он как этот, как Энх тоже, он очень любит статы. А он от чего зависит больше всего? Ну, ему спирит надо много, ему хосты надо много, интеллект ему нужен. Крит... Ну, крит не особо, но потому что... Одна манна, дух, скорость, все как обычно и побольше. Да. Да, как да, да, всего статус. Побольше просто. Навалом. Так, Зоркий. Так, в черепочек мы будем играть. Расмус. В крестик поставишь сап. Зоркий в квадратик дашь этот контроль. Я попробую в треугольник дать трапу. Может, за хексти? Ну да, если что, шаманизм, ты давай хекс в ней. Все, погнали. Угу. А хекс, хекс, хекс. Бафните интеллект, пожалуйста. Спасибо большое. Ага, смат. Не мотав, суть. Все, блядь, с руки хуяра. Да, не мотав в руки, обидно. Ты мотай действия, все равно дамажишь. Дайте каску могу. Это? У меня Вуду Зоркова показывает 5 есть. Ну да, я ж фрост. Да чего вы захуяли? А че, контроль элита, да, у нас, ребят? Где циклоны? Ой, ты свакаешь, свакаешь. Почечно, блядь, с ледяного удара меня выебал, блядь. Я кидал, кидал циклон, блядь, заебашили его. Хуярили. Метка пошла. ЧП плюхи полетели, даже как-то повезло. Дол поставь обычно вот. Там у него сопротивление еще ебаное из-за этого. Резист, короче. Он сам не хотел, чтобы я его законтролил. Выпил, наверное, сопрот, блядь. Танки, все остальные тут в ТД, мелики, смотрите аккуратно за кливом, когда под бусом начинают эти ползти. Локи порталы назад поставили, на комнат озвучивается, все, бегаем. Кому? Локу 104, я же, блин, ауешу вокруг. Ну, твоя беда. Блин. Ну, как и я, снял 4-й кусок, и все.
снимать, что вот такой кусок, а мне еще не делать. Я для этого Т9 с собой таскаю. Блин. Таков путь. Вот он останавливается, да. Не домашний. Ну, стопнешь просто ран, да. Нет. Ладно, шмалку сними, если что там. Вы только это, говорите, что мне стоп. ШПФ 4Т4 тоже стопают некоторые плюхи. Ну да, он тоже плюхает. Готовы, давайте из АДПМ. Убьем и заложим. 2-1. Ваша смерть возвестит. Ой, поставь его в ромбик. Выпишешь, да? Ну мы прям серьезно стопать, мы там за чаем пойдем еще с таким ДПСом. Вышли. Пять, четыре, три, два, один. Стерешка, мы вышел назад, 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 назад. Все стоит, стоишь там, пока баф не закончится. Вышли. Вышли. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте стопнем. Все, у нас сейчас тут дотки будут еще бить. Здесь почти 20. Да. Все. Стопаем, стопаем. Вышли. Сейчас должен собираться начать, да. Исполин, готовься. Дайте ему время собрать чуть-чуть игру. А, крестик, Айнон. Ух ты. Секси. А, Исполин. Моб. Мы ждем лужу, да, стоим, ждем лужу, вышли. Ну что, давайте керу дамажим хоть. Я не достаю. Я тоже, пришлось ближе подойти, но хуже мог бить. Вышли. 5, 4, 3, 2, 1. Вышли. Крестик, Айна. Вышли.
счет убежаем. Я подвис вовремя. Пошли. А тут дома капается или только скорость каста? Не то, и то. По-моему, только скорость капается, потому что у вас урон вспышек с минус тот же. Дома тот же он капается. За счет хосты у тебя дома капается со спорта. Если это, ребят, можно жезл, если ну никому не надо один? Нам я 200. Спасибо. Можно второй на транс забрать? Забирай. Дон, ты если никому не нужно, можно жезл на транс? А если нужно? Можно забрать? Дам, конечно, если нужно. Лауриангу. Да, я тебя ищу. Прикольно, кстати, выглядит жезл. Да, очень прикольно. Красивый, да. Ух ты. Блядь, по статам такое говно, а выглядит прикольно. Ну как статы, скорость, крит же. А как часто жезл вы держите в руке? А руки еще можно? Часто, блядь, каждый день. Тебя бы Невер прям с говном пожрал бы. Кому за такие реплики. Кистеру кому-то надо паролить. Да, да. Роу? Это кто говорит? Лок, Лауреанг. А тебе с духом надо? С духом надо, да? А мы два раунда, каждому по дому дали. Не расстаемся с жизнью. Перед. А ты-то цешки лучше. Не, давай паролим, если надо, давай ролить. Мне без разницы. Ну да, давай, давай. Давай. Там два вроде на всех хватает. Ну, твой. 76. Так, ладно, хорошо, давайте по меточке поставим. Ворвался. Всё. А, на. Давайте у нас в крестик идет 2 Твалк Ози, в печеньку идет Вовбро, Наглая Рожа, Донт, в квадратик у нас идет Хрипатый и Айнон, в треугольник у нас идет Идеальный и Войд в Сове. Че разъеба? Давай тут со... Кто а тут ты... у нас остается? Кубоб, давай ты будешь это. А ты Хилейм отправил? Идеальный у нас. А, конечно. Исполин танчит, стоим на месте. Кубоб, ты заправляешь парадом наверху. Гей парадом? Это репафните приста, пожалуйста. Там лапку нажмите. Да, да, а это Расмус куда идти? Ой, я тебя забыл. Давай место Айнона тогда. Это значит у нас квадратик. Принял. Готовы? Ну, давайте. Исполин. Напрямую просто идем и заливаем все подряд. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Исполин, Исполин, собирай. Следующего на пулю на тебя. Куда-то мы за это ГП лутали, а теперь это тактика. ГП со мной. Ясно. О! Бойд, поднимешь его?
Угу. Маба, заберите. Отлично. Давайте возле крестика где мы стакнемся и побежим. Что это такое? А, понятно. Я думал, мы одного в ночи делаем. Нет. РДД по-большому. Давайте с другой стороны. Это вот шумелики добьют. Заткнитесь собственной ненависти. Припищите смерть. А черепка от лучей отошли? Исполин, сбей ему автоатака эту хуйню. Минус 20% дамаги у нас. Ненависти. Сбейте, сбей еще. Удушающе. Возле черепка давайте стакнемся. А, портал, портал. Мне понравилось. Берегитесь. Кланы объединились под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, пока Штормград не пойдет. Слагающие сыграли. Ой, от лучей отошли. Слагающие сыграли. Пять секунд. По порталам разошлись. А что за фигня мне прыгнул, что травму слупала? Ну, да. Душающие. Задохнитесь собственной ненависти. Трепещите, смертные. Конец близок. Понял. Вышли. 4, 3, 2, 1. Че у вас Павел лежит? Удушающий получила. Ты ретрик? Да. Идеальный. Переделывался в ретрик. Идеально, подними его. Я пока не могу достать до него, я не вижу где. Ну хорошо, как появится возможность, поднимешь. Возле входа он. Порталы? Где череп? Задохнитесь собственной ненависти. Дурные вести,
Замолчите, задохнитесь! Кланы объединились под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, пока Штормград не падет. Сейчас переведем. Вот уж большого есть? Большого нет. Отлично. Есть, есть, есть большой, есть большой. Блин, то добьем. Давай. Хули. Да, да, давайте выйдем, потом добьем. Все, я пошел уже. Исполин, мобы, мобы, мобы. Бутер, тучка, тучка, тучка. Ой, хорош. Отвернулись от босса. Исполин, еще один появился. Трэш, сыграйте. Кто там? Феррал, Феррал. Сыграет его, но... Еще бомб. Исполин. Ну хотя да, смысл в этот раз играть, если его два человека уже с этим ДПСом убивают. А вы добили босса уже? Почти. Но у меня Warcraft повис. Хорошо. Не заходи просто. Да я бы не против сначала выйти с него. Жди, может быть, ты еще здесь. Но он еще пока что здесь. Хоть здесь осколочек. О, осколок, да. Хоть здесь. Единственный осколок за весь раз. Да. Сколько там еще осколков надо? Я думаю, еще много. Я бы взял чертеж. Я так понимаю, мне можно перезаходить спокойно. Я пару минут АФК. Пока идем. Что у нас все? Дон, кинь на ролл. Это сейчас два ноги. Ноги? Давай, держи. А можно пуху мне? Хапау. Можно. Блин, там все вкусно раздают. Как назло. Открою тебе тайну, здесь все говно. Да, ну это хорошо. Поэтому так и раздаем. Ну, ему
правую руку, например, можно. Спасибо. Правую руку бы я очень... Она нужна. Тут нет того же правой руки, о чем? Демиург, если никому не нужен будет, я на ретрика бы взял. А вот тебя не лучше ли? Вот тебя... Да я вот смотрю и думаю просто. О, отлично, я зашел. Ага. Что там, скорость, меткость, ну... Давайте это сейчас вниз спустим. Пару ребят оформим. Блин, а мы же это еще. Первых двух боссов, да? Ага. Да, ДПС чекнуть да, надо. Сманите, а то я это... что-то смотался. Вкуснее летим. Ну, давайте сразу на их место пойдем. Гигантская кузня. Так еще Гера КД надо ДПС чекнуть. Ну тогда пошли на этот мастер-крыл. Ну так трэш бы пока убили бы. Нет, так трэш минута 3 бился, а Гера 6. Дайте шкаф. Шаманизм, Расмус. А тут шаманизм здесь. Есть шкаф. Шаманизм здесь. И Дуат тут. И Расмус тут. Все, я поговорил с парнем. Донт. Угу. А ты не чекал, может, и карта будет лучше, чем это трение Вечное Пламя? А Вечное Пламя даже лучше, чем Приговор обычка. Нет, для сурва точно нет. Даже для сурва. Она больше ДПС мне дает. Блять, мне что, может тоже на шамана купить эту хуету? Она, блин, топ для всех, походу. Она топ для всех вообще, да. Ну, для кастеров нет, но так для всех. Берните его. Тут у нас есть... А, Валк, ты сам стал. За одну посадку сажаем. Что любому. Сейчас от ДПС больницы. Она повышала ловушку, конечно. Сейчас появится 2 секунды. Она скоро снова взлетит. Ребят, все еще слабые. Вагоны. Дайте ДПС боссу. Я еще его в продаж не перегнал. Мне кажется, ли раньше мы и успевали там по 700 плюс дать с Герой. А это сейчас четвертый хил просто. Да, из Гера еще. А где в рекаунте? Блядь. Потеряли. Ну подожди, ну как, ну в моем-то есть.
А, нет, подожди. Зорки, а ты где там вообще? Ой, ты там он прям... на 20-м месте. Ты после Расмуса. Какие-то хилы сейчас из тех, кто 4 штуки есть, идут и ВК десятку после. Блять, вот у меня, чуваки, просто нету пухи, у меня пост, блядь, днище пуха, я ничего не могу выиграть. Я могу на хапале пойти, если надо. Из тех, кого нету, может пойти. У меня санэт ДК и то как бы лучше нахуй одет, чем, блядь, пал. Беза. У меня ДКшнику тоже со шмотом везет больше. Да это вообще это какой-то, блядь, проклятый перст. А кто собирать будет? Сейчас соберемся. А, ты его и собирать будешь. Угу. Че, возьмешь, нужен, не нужен эти на хпле? Ну сейчас посмотрим. Или просто я бухать поеду, или буду хилить. Посмотрим, какие еще. Давай второй. Дон дрыша мы хотел. А я уж ничего не хочу, я уж спать хочу. Мне в 4 часа в аэропорт ехать. Угу. Да, соберусь. Слушай, у меня 1.5 ляма куда-то делись за время, когда налетало. Кстати, да, дотки. Мощно. Что-то много было. Давайте Игнис на добронос оставим. Давайте. На среду? Лучше на четверг его оставить, чем добронос. Согласен. Дайте финальный ДПС боссу. Интересно, он доты покажет, которые летали или нет. Нихуя. Нормально, тут 13 лет. По поводу пухи, ее можно на острове сломануть временно. Что на одном, что на втором. Кстати, нет инфы, когда Талгару тапают? Нету. Я, по крайней мере, не слышал ничего. Скажи, что когда целка. Да я тоже так думаю. Обидно. Там следующий арт уже здесь, 58-й. Палец, да? Палец, пуха, все. Получается, надо фармить опять, бле. У меня уже тошнит от этих островов. Там поврежденка лежит. Поврежденное ожерелье. Там и шеек ЦЛК 251 должна быть. Тоже надо пополнить. Куда я поврежденку забрал? А роли? Давайте по роли поврежденку. Анро. Кидала. Рэва намыло. Ну-ка, Дуант, объясни ему, что так делать нельзя. На развитие гильдии. На развитие одного человека. Ребят, смотрите, Нуксони появится через 10 минут после рейда. Не, на Нуксони она не появится, я на ДКшке ее зану. Мне там фуловый его почти. Как спросишь, кто камни может сделать, хер кого найдешь. Я всегда могу тебе сделать камни на почту, просто их скидывай. Потом хуй найдешь камни. Потом подпись. Спасибо за развитие гильдии, да? Такой скинул на почту офисную. В игру не заходил год, нахуй там заходишь, там 1000 камней, блядь. Сайт от меня. Огненная. Там такой, где там мой аккаунт на фанпэй, да? Отбежали. Ой, хорошо, молодцы, молодцы. 2 каста сбили сейчас. Тайфун, великая сила. Вообще-то там стан от паладина был во втором. Вообще-то тайфун был, блядь. Вообще-то стан был. Да все, блядь.
ГП, а вот сейчас не было твоего тайфуна. 500 ГП за провода тоже. КД, хули. Если бы мне осколки не рассыпались за эту хуйню, за то, что хосты сбил, я бы, блядь, все сбил. В форме кота, в форме мишки, блядь, тайфуном. И во второе окно бы еще зашел. А эта хуйня не все... Как он агрится на меня? Он издалека тебя приметил. Пиздец, блядь. Трансмод хуёвый, нахуй. Невер натравил, блядь. Невер перенаправление нажал. Неужели крайний босс этого рейда? Последний? Да. Судно, да. Еще и ВК, да. Ну это для крепких духом, ты типа спать не хочешь. Войт, может днем и ВК завтра? Во сколько? Да в обед, по часа в два. Часа в два. Я вот я так и думаю, да. Прям давай, отлично. Тоже, но... тоже будешь дома? Да, давай, ну, все, давай, все нормально. Ой, я тоже буду. Два часа, значит, хорошо. Сейчас всегда еще наш 25 осталось, давайте. Не умирающего, да? Дайте масс-бафы. По друидам баф. Паладинской. Дал лапку. Сейчас несем макс. Приста баф. У кого есть неумирающий? Понял, стоим, короче, на месте, первый мастер дает порошочек, потом, как там, Овоус, потом Расмус. На мастер на сосредоточение у нас дается. Давайте ДБМ пул. 3, 2, 1. Рудиски не дали открыться присту. Садишься на навес? Сажусь. Не знаю, у меня 50% маны, я думаю, мне хватит. Я вылетел. Понятно. А, на пула дайте в него, кто может. Гузя, дай в него на пул. Нет, это вылетел. Дубилик какой-то, давай стойку, хрипатый там, блядь, два, стойку ледяную, таун. И вас не убьет он. Хильти кто? Дуат забрал? Дуата хильти. Зачем вайпать? Все, уберите свои. Пошли к нему с этого, к фонтану. А что ты хочешь, мобов раскалять? Ну, нет, нет, просто хотя бы, чтобы танка уже не бил, потому что это не танк, а милишник. А, ну да. Просто слушаю води, да еще. А, ну или так, да, или просто слушай выводи. У нас не будет ДПС чека, зато мы не вайпнемся. У меня босс к фонтану отнесет, буквально. Такси. Почти, я ему троечку поставлю, выбери. Не доехал до цели. Слабенький. Да я что-то в машине кондиционер не включал, жарковато как. Бля, еще и высадил в лужу. Хуёвый таксист. Ну, хоть маску надеть. Сейчас корни дам одному. Ну какой-то еще. Да этот незыбку прожми там. Сейчас добьем. Эх, а был бы Обулус в танке, сейчас бы заканчил. А то спекнулся, мне нужно ДД. Алло, ты мне сказал в ДД спекнуться. Алло, мне по телефону. Алло, алло. 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 Ой, да. Алло. О, да. Прикольный набор.
посох на трансмут нужен кому-нибудь? И этот. И топор. Ебал в рот. И топор тоже, да. Тотем на трансмут нужен. Я бы посох забрал на трансмут. Я бы тоже взял на трансмут. Паролем? Ну я паролем. Ну. Пароль тиранит. Восемь я кинул. Ну все. На посох. Восемь. Спокойной ночи, ребят. Спокойной ночи. Был брат, ты...